Слава богу. Мне, наверное, нужна твоя помощь. Наверное? Ну хорошо, мне нужна твоя помощь. Давай встретимся. Спокойно, Панам, без паники. Что у вас там случилось? Помнишь Соло, старейшину моего бывшего клана? Да, вы вроде как поссорились. Теперь это не важно, он... Его похитили. Это не телефонный разговор, Ви. Просто скажи, где и когда. У меня сейчас камень с души свалился. Приезжай к Альдекальдо, там все расскажу. Альдекальдо? Я думал, ты от них ушла. Долго объяснять. Просто приезжай скорее. Жду. Парад скоро начнется. Я буду ждать там же, где раньше. У стоек? Только не привлекайте внимания. Ви, привет. В пустошах разбился грузовик с имплантами. Хром топовый, но полиция туда не торопится. Не исключено, что аварию устроил киберпсих, и копы просто пересрали. Съезди туда, но не убивай никого без необходимости. Thank you.
Ви, спасибо, что приехал. Расскажи, когда ты успела помириться с Эльдекальдо. Ты не подумай, они по-прежнему меня бесят. Но, понимаешь... Это семья. Ну да. Ну рассказывай, что у тебя? Духи схватили Соло. Этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся. Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем. Они там держат пленных, в том числе кого-то важного. Нам надо отбить Соло. Не знаю почему, но я решила обратиться к тебе. Само собой, Панам. Мы же друзья. Мне казалось, ты знаешь. Осторожнее, а то я в это поверю. Потом от меня не отвяжешься. Не бойся, переживу. Ну, дружба дружбой, но ты же не побрезгуешь одной из лучших снайперских винтовок на западном побережье. Град от Техтроники. Ты уже видел ее в деле. Плюс получишь уважение Эльдекальдо. Звучит неплохо. Когда возьмешь ее в руки, поймешь, что это не неплохо, а круто. Пошли, меч по дороге объяснит, что к чему. Надо же, Панам и Ви, что творится-то? Он вернулся?
После того, что случилось со Скорпионом? Ну, значит, Солу крышка. Эй, Панам, ты правда покажи, что ты продаешь. Кто-то же должен. Смотри, сколько душе угодно. Ты ведешься. Тебя как сумасшедшая. Ты в курсе? Кто-то же должен. Где Митч? Он должен был меня тут ждать. Тебе пройти? Больше будет ничего. С минуты на минуту. Ха, ты не говорила, что с нами будут чужие. Сейчас любая помощь пригодится. А что не так? Если мы просим помощи у чужаков, значит, у нас все очень плохо. Поэтому мы все сделаем по-тихому. Лобовая атака — это самоубийство. Митч уже занялся разведкой. Ви пойдет в лагерь духов, а я буду прикрывать его издалека.
Для тихой работы как раз двоих хватит. Не то чтобы мне не хотелось пойти с вами и придушить пару стилетов. Просто... Да ты оглянись. После атак поллагеря не стоит на ногах. Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рино. Насчет техники лучше промолчу. Мы глубоко в жопе, парень. И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда. Они... И вы просто понадеетесь, что с ним все будет хорошо? Страшно подумать, что бы вы делали, если бы речь шла о ком-то менее важном. Ты переходишь черту. Так, спокойно. Ему не обязательно понимать. А вот и Мич. Я запустил дрон над лагерем духов. Глянешь или будешь дальше выражать мнение? Мич, как ты? Вот бы изолента могла решить все проблемы в мире. И вообще, ты бы лучше думал не про меня, а про Соло. Будешь смотреть или нет? Ну, поглядим, что там. Только недолго. На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили. Она быстро садит батарею. Они засели на заброшенном цементном заводе с кучей тяжелой техники. Духи, они как саранча, налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Но в этот раз... Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану. Значит, они хотят остаться подольше. Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом. Если он еще у них, мы должны его вытащить. Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем. Пройдем через нее? Как вариант. Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки. Видишь там следы? Смотри на следы колес. Машины были нагружены. Может, они везли технику, а может, Сол был не единственным пленником. Следы ведут к грузовику. Можешь его просканить? Похоже, Сола держали здесь. Это главное здание. Сол, скорее всего, тут. Комплекс большой. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Если они еще не разобрали там всю электронику, можно подключиться к камерам. Надо только найти пункт управления. Это переход. Он соединяет гараж с главным зданием. Окей, с этим уже можно работать. Вопросы есть? Повтори план на всякий случай. Господи, окей. Соло поймали стилеты. Сейчас они держат его где-то на своей базе. Мы должны приехать и вытащить его, если еще не поздно, конечно. Ты пытаешься проникнуть к ним в лагерь, я прикрываю. Стреляем только в крайнем случае. Врагов много, нас мало. Стараемся как-нибудь получить преимущество. Ты вытаскиваешь Соло, и мы втроем уезжаем на полной скорости. Теперь все ясно. Да, едем за Солом. Отлично. Мич, фургон готов? Я сделал, что мог. Поглядите сами.
Мощная работа? Скорее, мощная импровизация. Но это все, что у нас есть. Чуть не забыл, я тут кое-что подготовил. Если Соло еще не обнулили, ему пригодится вот это. Обогащенный суперджет, лошадиная доза. Быстро его на ноги поставит. Надеюсь. Вряд ли я смогу на себе его вынести. Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, конечно. Поехали вместе. Тогда ты садись за руль. А чего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику. О, смотри, у нас тут даже радио есть. Можешь выбрать станцию? Что его вот так изловили. Ладно бы кого другого, но Соло... Ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрохема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовались. Я вот помню Соло таким. У всех свои кумиры. Ну да, только... Ни хрена себе! Ты видишь? Это будет буря, так буря! Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Надо ускориться. Окей. Надо спрятать тачку. Оставь ее около скалы. Все, на выход. Я буду наблюдать за тобой с расстояния. А ты там внизу, береги себя. Ну все, я на позиции. Вижу тебя хорошо. Ты чего? Не высовывайся! Осторожно, в этой башне сидит стрелок. Подумай о плюсах! Сдохни сразу, без мучений! Очень странно.
Сейчас осторожно. Вижу там пару здоровяков. Погоди. Пока не на что смотреть. Черт! Можно было... Я тебя найду, мразь. А когда найду... Очень странно. Чё, блядь? А? Больно не будет. Обещаю. Глядеть на него. Вижу там пару здоровяков. Погоди. Чё за хуйня-то? Вот
хочешь в прятки поиграть? На него. Вижу там пару здоровяков. Погоди, пока не на что смотреть. Сейчас принесут паяльник, он сразу перед нами растечется. Хочешь в прятки поиграть? Чё, блядь? Очень странно. Вижу, ты нашел путь в гараж. Оттуда можно перейти на мост и попасть в главное здание. Давай не будем все усложнять. Выходи!
чё тупой? Пиздой отсюда! Очень странно. Рядом с главным комплексом. Где-то там они должны держать Соло. Для скорости они что, фигню тут страдать? Oh!
тут они устроили гараж. Его хорошо стерегут. Судя по охране, у них там должно быть что-то важное. Может, даже доступ к системе безопасности. Пригни голову пониже и бегом вперед! А вот и главное здание. Берегись паразитов. Проблема.
странно. Thank you.
По нам. Тут девушка. Мертвая. Ее выпотрошили. Вынули, похоже, не только импланты. Ёбаные стилеты! Выродок на выродке. Ничего святого для них нет. Нам. Кажется, я его вижу. Он что? Живой. Вроде да. Хорошо. Хватай его и сваливайте оттуда. Сол. Ты принес мне чертову сигару. А, сигару? Я же сказал вам, черти, сигару мне. И ледяного бухла, и пару девочек для компании. А иначе можете поцеловать меня в задницу. Тихо, Сол, мы здесь вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты? Я тебя помню. Ты тот наемник. Идти сможешь?
Черт! Кажется, мне что-то сломали. Крепко тебя избили. Без этой штуки не обойдешься. О, да. Ну чего? Как он? Теперь можем и потанцевать. По-моему, неплохо. Сразу потребовал сигару и девочек. Это похоже на Соло. Пора уже дельтовать отсюда. Мы уже выходим. Поняла. Ладно, завожу мотор. Сейчас буду у вас. Хочешь отомстить, Сол? Поздно. Я тут уже всех положил. Ты? Всех? В одиночку? Она мне помогала. Подтверждаю. В лагере никакого движения. Подождите, я сейчас за вами подъеду. Пока не расслабляйтесь, мало ли откуда полезут эти паразиты. Наконец-то свежий воздух. Буря набирает силу. Круто. Засыплет наши следы. Думаю, это еще один повод не ехать прямиком в лагерь. Зачем такая осторожность? Только зря время потеряем. Лучше задержаться, чем погибнуть. Сворачиваю на ферму! Нам надо спрятаться! Я ее помню! Там безопасно! Надеюсь! В дом, быстро!